Страдания вечные, с вопросом зачем? Приоткрыть
Это была песня «Чувства». Я написала эту песню в 2006 году. Так, я положила три диска перед собой. Вот это «Emotions», «Gefühle» и «Stranger». Вот эти три альбома. Я вот сегодня играю с этих альбомов акустически, без вокала, без усилителя, без микрофона. Поэтому, может быть, мой голос будет не так слышен. Но ничего страшного. Мне хочется играть, поэтому я играю. Так, играю сейчас. Это альбом был Gefühle, Emotions, Чувства. Сейчас играю песню с альбома Stranger. Не знаю еще, какую буду играть сейчас, но сейчас что-нибудь сыграю.